Благородный олень Русик пытается со мной бодаться. Ну давай, давай, давай. Давай, ты рогами, я сапогом, давай. Это он сейчас здесь, в общем стаде. Он подрастет, мы его переведем. Потому что его нельзя будет со всеми показывать. Для него уже есть большой парк отдельный для самцов. Мы их переведем куда-нибудь опасные. Это уже скоро будет. Значит, вот у нас олень растет, и он пытается бодаться уже. Поэтому мы делаем ночную вольеру, вот эту вот. Рогачи, самцы, будут здесь ночевать, а жить в том большом парке. Мы скоро рогатых отделим, чтобы они были не с посетителями. Посмотрите, будет тоже красиво. Вот, он еще не опасен, но он уже начинает проявлять, так сказать, характер. Он говорит, что я тут главный, а подрядчики тут лишние. Делать им тут нечего в моем парке. Вот. Ну, скоро у оленей, самцов будет свой большой парк, красивый. Но они будут жить отдельно от самок. А это благородные олени, самочки и мальчик. Ростик, ну давай, ну не надо бодаться. Он говорит, ну давай, 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 давай. Ну все, все, давай, давай бодаться, давай. Давай, ты рогом, а я сапогом, давай, да? Давай, кто сильнее. Так, давай, давай, ну-ка. Ну давай, кто сильнее. Так. У животных всегда иерархия, всегда кто-то главный должен быть. Поэтому они всегда проверяют друг друга на силу. Ну, очень красиво, конечно, наблюдать за ними. Территория большая, здорово.